Массовое отравление учителей и школьников в Туркестанской области. Подробности в материале моей коллеги, ведущей обзора тревожных новостей, Марии Парфеновой. Здравствуйте. Это произошло в селе Энтымак. Головную боль, тошноту и слабость 10 педагогов и 29 детей почувствовали в стенах школы. Учителя за свой счет купили краску. Даже беременные педагоги тут. Директор позвала всех и заставила красить. А ученики моют окна. Люди, по всей видимости, надышались токсичными парами. Пострадавших увезли в больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи двоих учителей все же оставили под присмотром врачей, а всех остальных отпустили домой. До четверга пострадавшие дети будут заниматься дистанционно. Родители и сами преподаватели считают, что если бы не ремонт, который делали ученики и учителя, подобного бы не произошло. В прокуратуре уже назначили проверку в отношении директора учебного заведения, а в полиции завели уголовное дело за нарушение санитарных норм.